Меня зовут Елена Стихина. Я солистка Мариинского театра. В детстве я очень мечтала стать умной. Когда в детском саду надо было кушать кашу, и уговаривали воспитатели, что вот рисовая каша – каша красоты, овсяная каша – каша здоровья, гречневая каша – каша ума. Мне всегда казалось, что надо обязательно есть гречневую кашу, и хорошо ее есть, чтобы быть умной. Мне страшно, когда... Ой, мне очень страшно, когда высоко, например, я боюсь высоты. Друзья! Я очень не люблю личинок. Вот это я боюсь. А так, в принципе, что страшно. Если мы живы и здоровы, все можно изменить. Ой, у меня был случай. Я пришла в Deutsche Oper на премьеру «Саломеи». Слушала эту оперу и думала, боже, когда же это уже закончится? Я не могу это больше слушать, это какая-то какофония. Спустя год я дебютировала в опере «Саломеи» на сцене Мариинского театра. И сейчас я безумно люблю эту музыку. И я... Считаю, что это полный космос. На самом деле нам не по себе и неприятно слушать музыку, которую мы не знаем. Поэтому надо погружаться в нее. Это когда Анна Юрьевна Нетребко прокомментировала мой пост и написала, какая же ты красивая баба, Лена. Я не могу простить... Да, наверное, не знаю, все можно простить. Не сталкивалась еще с тем, что нельзя было простить. А висели ли у меня постеры в детстве? Я не знаю. Я не помню. У меня висел ковер, это я помню. А про постер я не помню. В караоке я бы спела «Жутая Млара Фабиан». Все дело в том, что я просто не знаю французского языка в той степени, и даже текст этой песни, я не знаю, просто она мне очень нравится. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорило. Последний раз я чувствовала себя счастливой, когда... не знаю, когда 5 минут назад кофе пила, это было так классно. Я не стесняюсь выражения своих чувств на самом деле. И всех к этому призываю. Мой девиз, не знаю, что делай все возможное, все невозможное сделает Бог. Я не знаю, это чья-то цитата или где-то я украла, но в принципе я этому следую в жизни.